Значит так, первая сушка написана в инструкции, вот здесь. У меня, правда, английская инструкция, но в любом случае здесь написано перед первым здесь написано перед первым использованием. Значит, протереть сушку, барабан сушки влажной тряпкой. И второе, начать с краткой программы, то есть 30-минутной программы для влажного белья. И вот я, получается, здесь загрузил, включил, вот так вот, таким образом включается она. Вот я закрываю барабан, включаю сушку и выбираю программу 30 минут. Для того, чтобы выбрать программу 30 минут, нужно на кнопочку P нажать несколько раз, пока индикатор не покажет на 30. И вот теперь эта кнопка, которая, ну, как на магнитофоне, play пауза, нажимаете ее и начинается шум. Так как нет стекла, то ничего не видно, но отсюда вот внизу начинает такой, ну, не знаю, влажный поток. Не влаги, а такого воздуха, поток воздуха нагнетаться. Вот даже пыль на полу полетела. Вот. Тут не чувствуется, конечно, но так слышно. Поэтому машина начала работать. Ну, подождем до конца. Через 30 минут я посмотрю, что из этого получится. Пока ждем результата, насколько будет сухое белье. Значит, машина издает вот такой звук интересный. Вот. Прошло 30 минут. Я так понимаю, можно выключать и открывать, хотя интересно. Этот звук продолжается, вернее, был 3 раза. И 3 раза машинка, не знаю, как назвать, это отрыгнула после этих 3 звуковых сигналов. И вот. Дальше. Гудит. Я даже не знаю, выключать, не выключать, что делать. Наверное, надо погодить немножко. И если никаких вообще не будет переключений и не будет меняться цвет клавиш, то, наверное, нужно будет выключить, потому что минут 30 уже прошло. Хотя нет, что-то она еще издает звуки. Подождем трошки. Значит, другие нашел я в инструкции, написано в конце программы, когда программа закончит свою работу. Значит, акустический звуковой сигнал прозвучит. Второе, индикаторы фильтра и конденсера, то есть скапливания воды, засветятся. И далее старт-пауза кнопка будет просто гореть. Поэтому мы как раз это сейчас и наблюдаем с вами. Поэтому надо, наверное, просто выключить машину и открыть этот бак для того, чтобы посмотреть. Ну, нет, знаете, вот влажное, оно влажное, оно совсем не высохло. Поэтому надо ставить посерьезнее что-то, а не первое, так как первая была на 30 минут, то вторая у меня будет нормальная сейчас сушилка, чтобы высушилось все белье. Потому что если это самый настоящий катод не высох, то остальное тем более мокрое. Я смотрю здесь, да, все мокрое, влажное. Это была 30-минутная сушка. Поэтому нужно просто сушить катон. Время. Вот здесь есть катон, а время
60 минут. И все. Без обиняков. Ставлю на 60 и завтра уже, потому что сейчас ночь уже, и завтра посмотрю, как оно высушит его. Все, спасибо за внимание, счастливо. Ну что, народ, на стандартной программе для хлопка. Белье совершенно сухое, абсолютно сухое, то есть никаких нету, даже вообще ничего влажного. Все отлично, вот это полотенце вчера, например, оно было полное, ну, практически мокрое после той 30-минутной программы, о которой написано в инструкции, что нужно первый раз, когда машину включаешь, на эту программу включать. Сейчас абсолютно все сухое, поэтому я доволен пока что. Единственное, что вот это вот от черного белья придется сейчас вот это все вытирать, протирать, потому что остаются следы. Ну, это не мудрено, потому что она же делает работу. А если у вас черное белье было, значит будут и темные следы, нужно вытереть все. Все, спасибо большое. Это мое впечатление о этой машине. Пока что исключительно положительное. Счастливо всем. До свидания.